Ну что, друзья, сегодня наши аппетиты, значит, привели нас посмотреть на Range Rover. Вообще, вот там чуть подальше, значит, у них Jaguar F-Pace. Ну, тут такой вот дилершип, где и Ягуары, и Range Rover'ы. Свет, а вот с точки зрения, например, чисто внешне, вот как вот шейп такой, очертания. Это моя машина, как бы, для меня нормально? Это вот мне больше нравится, чем, например, вот тут. Чем какой? Ну, вот и Range Rover стоит. Другой. Страшный. Да, это называется Evoque. Это вот по он. Шейпу Evoque. Более приятный. Так, а этот какой? Он побольше. Этот побольше. Этот Sport SE. Это юзанные все. Они не новые, да? Certified, approved. Sport, sport, sport. Так. Но мы с этими вообще не очень ориентируемся. Как-то я далек всегда был от английских автомобилей. Discovery. Да тоже они как бы пользованные уже. Так. Чисто так, чисто внешне, очень симпатично. А вот, друзья, вот этот красавец Вилар называется. Симпатный, так, между нами. Очень симпатный. Конечно, друзья, если машину помыть. Свет, посмотри внутри, тебе понравится. Красавчик. Красавчик. Да, друзья, посидели мы в этом Evoque, но очень маленький, но совсем крохочный. Я уж не говорю, что у него багажник никакой, это отдельная история, но внутри просто тесно, как в спичечный коробок залезть. Сейчас принесут ключик, и мы пойдем вот в это под названием Velar. Кроме того, там есть разница в количестве цилиндров. Вот этот красненький, там 6 цилиндров, и он стоит где-то там 90 тысяч. А вот этот с четырьмя. И он стоит там где-то 60. Так что, в общем, такая вот разница большая. Вы знаете, друзья, оказалось как-то тесновато там. Вот. Я не знаю, что тесновато, я думаю, что неудобно. Неудобно. И неудобно, и тесновато, и как-то вот не сказать, поцелуй без любви такой, знаете. Как-то не то. Совсем не то. А это, друзья, Jaguar F-Pace. И такое впечатление, что он пошире. Вот когда смотришь туда внутрь, вроде отделочка симпатичная, так она мила, и вроде бы пошире. Но сейчас посмотрим. Вообще, я, честно говоря, не ожидал, что вот эти Land Rover'ы такие как бы тесноватые. Светлана говорит, что тут всегда будет казаться тесным, да, потому что сиденья узкие. Неудобные. Узкий. Не, ну, давайте, подожди. Удобно и неудобно это одно, а ширина сиденья это другое. Ну, они узкие, они неудобные. Закрой дверку. Так. Так оно в целом миленько. Миленько. Подержи камеру. Подержи, пожалуйста. Это сиденье ужасно неудобное. То есть это аскетичный английский аскетизм. Larger, huh? Larger, yeah, yes. Yeah, yes, it is larger. You know, the seat is not comfortable. Ну, ты знаешь, я бы не... По мне так ничего. Нет. Оно, конечно, жестковато. Да нет, ну это... Так, сейчас. Но сказать, что как-то именно сильно неудобно, я бы не сказал. Но... Руль. Это не то сиденье, в котором ты можешь драйвить. Вот ну, как-то. Оно жесткое, оно действительно жесткое. Ты тут ничего не скажешь. Окей. Англия. Нет, это не наша мечта. Это не наша мечта. Все, друзья, с Ягуарами у нас не получается.